Алиса, а хто такий Глад Валакас? В інтернеті пишуть: Глад Валакас – стрімер і блогер, известний в інтернеті ще з кінця 2000-х. По собственной легенде, 54-летний житель села Чугуевка, одноногий ветеринар Донбасса. Еще я тут узнала, что значит Абоба Валакас. Давайте расскажу. Ну давай. Нашла ответ на ВКонтакте.com. Слушайте, Абоба – мем, появившийся благодаря стримеру Гладу Валакасу. В анимационном ролике Валакас появился в образе кандидата в президенты Валерия Абобы от партии «Пожилая ветка Сакуры». Валерия Абоба – новый образ популярного стримера Глада Валакаса. Хотите узнать, кто такой Валакас? Да, хочу! Да, да, я хочу, да! Глад Валакас – стример и блогер, известный в интернете еще с конца... Алиса! А кто такой пенис, сухач? Нашла ответ на genius.com. Слушайте, Денис Сухачев, музыкальный исполнитель рэп-треков. В прошлом занимался продакшеном музыки на своей студии ГЭФС. А, да это фэк, удали нахуй. Это бред.